Новый год – это волшебство. На протяжении декабря в воздухе витает ощущение праздника. Все вокруг преображается и сияет яркими огнями. Дети пишут письма Дедушке Морозу, а некоторые из них даже посещают мастер-классы в надежде когда-нибудь встретиться с ним лично. Хотела бы остаться дома и посмотреть на Деда Мороза. Но никак не получилось. Картонные тарелки, ножницы, клей и элементы декора увлекли детей и взрослых. На мастер-классе ребятам рассказали и показали, как из подручных материалов сделать сумку-зайку для хранения конфет или приятных мелочей. В итоге все участники смастерили поделки, которые в дальнейшем украсят их комнаты или будут подарены близкому человеку. Екатерина Кондрина приехала на мастер-класс из лесного городка с 4 детьми. В подобных мероприятиях принимают участие уже не в первый раз. Замечательный мастер-класс, потому что у меня дети разновозрастные, и всем было интересно. Увлеклись процессом клеением снежинок и вообще мне очень понравилось. Сама помогала и с удовольствием была в процессе. Благодаря творческому мастер-классу по изготовлению новогодней поделки, который прошел в офисе Одинцовского отделения партии «Единая Россия», все участники стали сертифицированными помощниками Деда Мороза. Эта акция теперь будет ежегодно, и к концу года мы будем проводить подобный мастер-класс для детей. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».